А вы как используете стакан на Старбаксе? А что это такое, Катя? Кать, ты где? Катюш, привет! Катюш, привет! Смотри, я тебе новую познавательную игрушку купила. Называется пазл «Мама и малыш». Не хочу! Открываем? Бумажка снимаем. Да, смотри. Значит, это у нас кто? Ника. Китчонок. Ты должна сама их собрать. Ой. Китя. Да, это кто? Твой любимый друг, у тебя их много. Розовый фламинго. Так? Да? Вот. Вот так, да. Это какие-то китёнок. Слон и слонёнок, да. Вот так. Всё. Пингвин и пингвинёнок. Жираф и жирафлёнок. Кать, что это такое? Скажи. Ух ты, пазл Дуа. Слон, слоненок, медведь. Кать, какая у тебя фигурка? А? Да, вот так, пингвиненок. Молодец! Вот так, да, правильно. Правильно соединяй. Пингвиненок, Кать. Нет, вот его половинка. Тебе по цветам надо складывать. Ты хочешь в коробку все сложить? Давай сначала в конверт. Показала, да? Кай, какие там фигурки? Покажи, пожалуйста. Кать. Мам, что у нас там? Слоненок со слоном. Фламинго. Ну, не где знаю. Фламинго? Кать, фламинго! Жучок. А, ящер. Покажи, где жучок. Нет, это ящер. Кать, что там интересного, Кать? Эй! Ты где? Ты убрала? Где? Молодец, поиграл, сложил. Там обезьянка, да? Обезьянка. Кать, где обезьянка? Покажи обезьянку. Кать!
Покажи обезьянку папе. Ну, ты молодец, папе покажи сначала. Никак. Ну, тебе папа сказал не только достать обезьянку, но и показать обезьянку. Катя, где обезьянка? Вот. Ух ты! Бабочка, Катя. Покажи сову. Кать, дай сову. Кать. Правильно. Во, Катя молодец, она к обезьянке детеныша положила. Давай сову покажи папе. Сову покажи. Ты зебру взяла, а маму зебрину-то оставила здесь. На. Нет, правильно, они оба желтые, вот мама зебры. Да, правильно, это сова. Она розовая. Давай совенка. А кошка есть? Собачка? Нет. Мяу, Кать! Мяу! Мяу! Мяу, нет. Мяу. Как ты тут без мяу? Мама! Да. Кузи? Ничего себе. А кто там есть? Слоник? Зебра. Зебра. Жираф. Жираф. Сова. Сова. Фламинго. Давайте по очередности пока. Китенок с китом. Дай, пожалуйста, мне. Пингвин. Сова. Жираф. Катя, спокойно. Кать, возьми. Пожалуйста. Да. Смотри, котёнок. Бегемот, его детёныш. Где бегемот? Покажи-ка бегемот. Бегемот и бегемотик маленький. Ух ты, бегемот. Какой у него цвет? Какой цвет у бегемота, Кай? Кать! Правильно. Твоя задача найти пару. Маму для каждого животного. Или детеныша маме. Давай, Катюша. Зебра? Зебрёнок. Соединяем. Фламинго и птенчик у фламинго. Да, вот фламинго, вот птенчик фламинго. Держи птенчик. Here I am.